Так. Эй, что это? Фу, Бия. Ах, вот ты где. Иди сюда. Эй. Стоять. Не мешай, ну. Иди отсюда. Эй. А это что? Надо все попробовать на вкус. Ням-ням. Фу. Эй, а ну, стоять. Ты куда? Стой. Куда ты делся? Эй. Куда это он пропал? Ах, вот ты какой. Решил спрятаться от меня. О, какие приятные ощущения. А, как круто. Как прикольно. Вот это класс. А это еще что? Ты кто? Хочешь украсть у меня его? Нет, лежи тут. А ты стой, никуда не убегай. И ты никуда от меня не убежишь. Стоять, я сказала. А ты чего смотришь? Эй, ты, я нападу на тебя. Не убегает? Всем стоять. Эй, ты куда? От меня не убежишь. Сиди тут в углу. Не смей убегать. Эй, стой, а ну. Решил от меня укрыться. В пещере. Ай-яй-яй, ну и ладно. А ты-то точно никуда не укроешься. Будь здесь, я тебя поймала. И тебя поймала. Никуда от меня не денетесь. Ну давай, сопротивляйся, убегай. С тобой неинтересно. Эй, ты, вылазь из пещеры. Ах так, ах вот ты какой хитрюга. Сбежать от меня решил. Что-то вы вялые все, как сосиски. А может, и вы не живые? Да ну, а почему тогда? Вы не защищаетесь. Так, неинтересно. Кто-то идет. Точно, я слышу. Чьи-то шаги. Кто это идет? Приближается. Ну что, киса Алиса, ты готова знакомиться с ребятами? Значит, киса Алиса это я, а это кто такие? Вот и монстр, во всей своей красе, а ты мой собачий бог, я Юмичу Покемон. Знакомьтесь. Это же кто-то монстр. А вы-то сами кто такие? Ой-ой-ой, она разговаривает. Почему она говорит на нашем языке? Ну, слава богу, не придется тебя учить разговаривать, кто-то монстр. Ой-ой-ой, она разговаривает. Кто-то монстр. Эй, слышишь, не трогай меня. Так и знала, что она злая. Не подходите ко мне. Погоди, а ты-то сама кто? Я. А вдруг ты как мы? Ну, всякое бывает. Ну, не знаю. Мне кажется, хотя... А вы кто такие? Ну, мы не волки тоже. Мы собаки. А я покемон. Но, в принципе, тоже собака. А ты кошка. И тебя достали из канализации. Но мы называем тебя котомонстром. Сама ты кошка. Уж точно я не кошка. Видела я всяких там кошек. И я не они. Ну да, конечно. Она говорит, что она не кошка. Я этот. Но я точно не кошка. Ну, а кто ты? Ну, а кто ты, а? Может быть, я... Ну, кто ты, да? Котомонстр ты. Ты кошка, поняла? Так что не выделывайся. А мы собаки. Ты просто маленькая кошка. Эй, я не кошка. Ясно? Оу, эй, поаккуратней. Лапы-то не распускай свои. Мы же подружески с тобой. Да, мы дружить хотим. Тогда не говорите, что я кошка. Ну а кто же ты? Ты что, собака что ли? Придумала себе еще одна. Почему дети никак не хотят признавать, кто они? А я тогда кенгуру. Кенгуру ходит на задних лапах. Вот, видите, я кенгуру. А кто такой кенгуру? Эй, кота-монстр, мы знаем, что тебя зовут Алиса. Я Алиса. А я Юмичу. А я Софи. Тут еще с нами моя мама Миша и папа Эйвен, поняла? Да отстаньте вы от меня. Я не кошка и не кота-монстр. Пахнешь ты кошкой. Юми, а ты вообще-то собакой пахнешь. А я покемон. Я и не покемон. А кто ты тогда? Сейчас дай ей время что-нибудь придумать. Я тебя боюсь. А почему? Ну ты, у тебя слишком длинные когти. Эйвен, да не бойся ты. Ты 100 раз видел котов. Какой она кота-монстр? Она маленький беззащитный котенок, которого вытащили из канализации. Это не меняет ее когтей. Кота-монстр? Эй, ты, я не кота-монстр и не кошка. Ну а кто ты тогда? Я сначала думала, что ты покемон. Но ты говоришь, что ты не покемон. Тогда кто же ты, если не кота-монстр, не котенок и не покемон? Кто же она? Миш, да не паникуй ты. Ну, скажи, кто ты? Сейчас она что-нибудь придумает себе там. Хочешь быть покемоном, как я? Нет, я не хочу быть покемоном. И кто это вообще? Я смотрю, вы познакомились, ребята, уже. Я все снимала. И не только то, что происходило сейчас. Упс, то есть она все снимала? Да уж, как мы на кота наезжаем. Ну, мы особо-то не наезжали на нее. Мы вообще подружиться хотели. Это она такая недружелюбная, да? Вот именно. И на главном канале Magic Family есть полная версия вашего первого знакомства. А что это значит? На главном канале Magic Family. Ну, типа это Magic Pets, наш личный канал. Да, а главный канал это где Аня рассказывает о нашей жизни. Все вместе. Мяу, понятно. Ой, намучаемся мы с ней. Мяу, эй, ты чё? Я увидела, как тут шевелилась пушистая змея. Это был мой хвост. У Юмичу, как и у тебя, Алиса, есть хвост. И не надо на него нападать. Этот хвост, это не игрушка. Эй, слышишь? Как у меня? Может быть я... Ладно, тут София, она просто маленькая. Я тоже была такой. Тогда может быть я... Ну все, хватит, отпусти мой хвост. Отдай мою ногу. Может быть я, как вы... Что это ты имеешь в виду? Все-таки ты покемон? Ты что там придумала, кота-монстр? А? Эй! Может быть я собака? Чего? Глупости не говори. Какая ты собака, ты кошка. Мы вот собаки, просто маленькие. А ты кошка. О, вообще пипец.
Придумала еще себя собакой называть. Так, у нас собака-покемон, а кошка-собака. Где я живу? Мне кажется, или мы потихоньку сходим с ума. Я поняла, я собака. Ты не собака, ты кошка. Ты маленький вредный котенок. Эй, эй, слышишь? Ты не собака. Чуть София, мало ли? Юми, не говори глупости. Отстань. Мяу, гав. Да, давай еще попробуй гавкать. Отстань. Ты только мяукать умеешь. Я собака. Теперь я точно поняла. Что мы будем с ней делать? Она сведет меня с ума. Мяу, гав. Эй, прекращай гавкать. Ты маленький, вредный, бездомный котенок. София, может быть, не надо так грубо? Пусть она не называет себя собакой. Понюхай ее, она же кошка. Хватит играть с моим хвостом. Мне нравится. Эй, эй, котяра, кота-монстр, перестань играть с Юминым веником. У меня не веник. А у тебя вообще, тетя Софи, нет хвоста. Да я же чувствую, что она кошка, она же пахнет кошкой. Обыкновенная кошка, котенок. Одна покемон, другая собака. Будешь называть себя собакой? Знаешь, не трогай! Юмичу, ты что? Я же защищаю наш род. Она хорошая, тетя Софи. Слушай меня внимательно. Не трогай меня. Не трогаю я тебя, слушай меня внимательно, киска. Ты не собака, ты киска, понятно? Запомни это, иначе тебе не поздоровится. А ты, Юмичу, предала собачий род. Я просто... Не обижай просто ее. Ох, что же делать? Как обычно, женщины создают проблемы. Смотри, Юми, она даже с мячиками играет, как кошка, а не как собака. Ну и что? Я тоже с мячиками играю, как собака, а не как покемон. Может, пусть она думает, что она собака? Я... собака. Ты не собака. Эй, Алиска-киска, ты, ну правда, не собака. Не собака. Собака. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Я собака. Перестань. Перестань, а то я тебя отшлепаю. Не отшлепаешь. Сейчас отшлепаю. Нет. Сейчас как отшлепаю. Ударю. Ой, блин, она даже дерется, как котяра. Короче, ребята, продолжение знакомства с котомонстром всей нашей волшебной семьи смотрите на главном канале Magic Family. А женщины любят создавать проблемы. И подписывайтесь на наш Инстаграм и наш ВКонтакте. И другие ролики смотрите. И пока. Поставь лайк, если ты не редиска. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты снова в первом увидеть наш ролик, первым под ним оставить свой коммент, значит, возможно, 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 он в наше видео вдруг попадет. Юля, остановись! Ой, ну хватит вам, старики!